Добрый день, друзья! Этот рецепт шарлотки вам наверняка понравится. Итак, миксером собьем в пену 1 стакан сахара, 3 яйца, 2 столовые ложки сметаны, соду, ванилин. Затем добавим 1 стакан муки. Теперь нарежем кубиками очищенные от кожуры яблоки и смешаем их с тестом. Выложим полученную массу в форму и поставим в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. Все, шарлотка готова. Если вам понравился рецепт, поделитесь им с близкими. Удачи!